Привет, друзья! Сегодня обратили внимание, что наш хамелеон как-то странно реагирует на веер моей жены. Ну, решили проверить, что будет, если ему его показать поближе. Он его сразу стал воспринимать как соперника, который хочет занять его место. Лимон – это его дом. И попробовали поместить веер в самое логово, в середину его. Когда он увидел, что веер помещается прямо в середину дерева, он превратился просто в какого-то дракона. Озверел. Может, он воспринимает этот веер как какую-то птицу, может быть, тоже думает такой же хамелеон, как он. Сломай веер. Сломай. Где еще можно увидеть, как хамелеон веер ломает? Какие только предметы мы потом ему не показывали. И перо от птицы. Думали, может, он на птиц так реагирует. И даже резиновую ящерицу, похожую на его, думали, может, он подумает, что это конкурент. Но ноль эмоций. Вообще не реагирует ни на что. Только веер его и беспокоит. Кстати, недавно показали ему отражение в зеркале. Это тоже было что-то. На это тоже посмотреть очень интересно. Но это мы покажем в другом ролике. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, если вам понравилось. Мы будем дальше снимать о животных. Интересные кадры.